Несмотря на скорое приближение паркового сезона, который стартует 1 мая, в Ульяновске уже строят планы на следующую зиму. В парке Победа обустроят новый каток, большой и современный. Площадка размером 30 на 50 метров появится на своем историческом месте. Много лет назад из-за ветхости системы водоснабжения каток заливать перестали. Эти годы каток заливают на танцплощадке гораздо меньшей по площади. В зимний период каток заливается на этой площадке, с учетом того, что здесь будет каток в 1,5-2 раза больше, чем предыдущий, по просьбе посетителей парка. Кроме этого, здесь будет установлена хоккейная коробка, будет установлена зимняя горка для катания на тюбингах, будут выполнены работы по ремонту и восстановлению ограждения данной площадки, полностью восстановят уличное освещение данной площадки. Благоустройство старого катка стало возможно благодаря местным жителям. От лица всех посетителей общественный совет парка выступил с инициативой возрождения площадки. По мнению всех посетителей, которые посещают этот каток, я считаю, что нет опасения, то, что каток будет хуже на новом месте. Он будет еще лучше, больше по размеру каток, где можно будет еще больше принять жителей, там, чтобы они, ну, как сказать, могли не только с нашего района, но и с других приезжать к нам кататься. Нашелся и инвестор. В развитие новых площадок предприниматель вложит больше 3 миллионов рублей. Деньги пойдут также на строительство детского кафе в виде парохода и благоустройство территории вокруг него. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.